Ленинская станция по борьбе с болезнями животных информирует. В целях профилактики бешенства до 14 июля 2024 года запланирована вакцинация диких плотоядных животных. Раскладка вакцины будет производиться на территории лесного фонда Московской области. Вакцина представляет собой брикет, изготовленный из продуктов съедобных для плотоядных животных, и заключенную в него капсулу с вакциной. Вакцина вызывает формирование иммунитета к вирусу бешенства и лечебными свойствами не обладает. Несмотря на то, что вакцина безвредна, не рекомендуется трогать ее и тем более подбирать брикеты в случае их обнаружения.